18 марта, Аланья. Температура воздуха сейчас в тени 21-22, на солнце я даже не знаю сколько. Довольно тепло, в автобусе жарко. Смотрите, здесь возле монумента Ататюрку в центре поставили вот такие штучки. И стоят цветы, венки. Возможно, какая-то была либо годовщина, либо что, я не могу перевести, что там написано, конечно. Так вот, солнечно. Как всегда, растут тюльпанчики. Сейчас посмотрим, не стало ли их меньше. Здесь Красный Крест. Тут, по-моему, если я не ошибаюсь, кровь люди сдают здесь. То есть, кто хочет быть донором. Не знаю, с какой целью, куда сдают, как, что им за это. Просто так, либо... Ну, наверное, просто так, добровольцы, я думаю. Часто довольно здесь стоят эти автобусы медицинские. Тюльпанчики есть по-прежнему. Такие раскрытые полностью. Но уже, конечно, обсыпаются, отцветаются. Но, наверное, их еще посадят, я так думаю. Они же растут, в принципе, и летом, да, наверное. До начала лета, как минимум, я думаю. Такие вот красавцы здесь, как всегда. Люди гуляют, здесь фоткаются. Такая красота. Это здание администрации, кто не знает. Сейчас я вам покажу большую-большую черепаху, которая тоже в тюльпанах. Почти в тюльпанах. Нет, тут три черепахи, одна большая. И два ее ребенка. День сегодня у нас понедельник. Сейчас я буду загружать видео с рынка. Сегодня будет два файла с вещевого рынка и два файла с овощи, фрукты. Так что готовьтесь, рынка будет достаточно много. И покупка у меня большая довольно была, где-то на, еще не считал, на 60 лир приблизительно получается. Я купил овощей и фруктов. Фонтанчик выходной сегодня. Ну, пока я выключаюсь, друзья, иду загружать в Чайбахче, в кафешку, хороший интернет. Иду загружать все эти видео и рынок, который наснимал.